Гейски, ребята, меня зовут Фалывиус, и сегодня мы продолжим нашу битву, ребятушки. Только мы уже находимся в пустыне в Египте. Вы только посмотрите, ребята, это шипастые квадраты, перевертыши. И не только, и все это нас сегодня, ребята, ожидает очень-очень-очень интересных приключениях, связанных с красными шариками и их злостными врагами-квадратами. Так, ну а мы тем временем, ребятушки, в общем-то, продолжаем. Вы поставьте лайк этому видео и подпишитесь на каналы. Так, ну и смотрите. Здесь у нас вот такой вот босс стоит. Его нам нужно одолеть каким-то образом. Ну, сейчас мы это как-то сможем сделать. Так, я хотел бы... Интересно, если очень много лучников послать, они бы смогли... победить или нет? Вот только лучниками, если сыграть. Давайте попробуем этот уровень сыграть лучниками. Так, ну, конечно, чем сильнее, чем дороже стоит, собственно говоря, шарик в выпуске, тем он, соответственно, и медленнее перекручивается. Вот такая вот есть проблемка. Но это, в общем-то, не страшно, потому что... Опа, 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 что это за огромный такой... О, смотрите, какой он огромный. Ой-ой-ой, давайте, лучники, давайте, давайте, давайте. Так, ну хорошо, хорошо, смотрите, лучники справляются. Давайте еще одного. 4, и там 5 на подходе. Отлично, что ж, ну лучники, в общем-то, что-то могут. Они медленно, правда, продвигаются, но, тем не менее, смотрите, они справляются. Круто. Так, так, давайте еще одного. У них очень большой урон, на самом деле. 48, это много довольно-таки урона. И давайте стреляйте. Все, теперь они будут штурмовать крепость, а мы будем все больше и больше насылать лучников. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Огромный такой зверь к нам подошел. Так. Еще давайте, еще лучников. Так, отлично, отлично. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Хорошо. Ну что ж, ребята, вроде тактика с одними лучниками работает. Они у нас всего лишь 6 уровня. Не то чтобы очень они сильные у нас, но, тем не менее, смотрите, мы еще и победим. Отлично, что ж, хорошо. Так, а нашу крепость-то не задели? Нет, нашу крепость не задели, ребята. Она в целости и сохранности. Так, но, конечно, дольше, чем бы обычно это заняло, потому что... Как только кто-то выходит, сразу же лучники на него отвлекаются. И это занимает время. Так, ну это забавно выглядит. Смотрите, сколько лучников, ребята. Так, 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 давайте, 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 лучники. Вы сможете, вы сможете. Фух. Так. Давайте, давайте, давай, давай, давай. И победа. А, давай, победа. Ну же. Да, ребята. Что ж, за лучников играть забавно. Так, ну что же, хорошо, хорошо, хорошо. 4000 монет, кстати, получили довольно-таки много. 4600. О, самый крутой сундук мы выбили. Отлично. Так, ну что же, продолжаем битву, ребята. Тут нас ожидают новые поставки героев. И это будет кто-то, ну, я не знаю кто. Так, тут можно за кристаллы еще заранее, ребята, апнуть себе тут уровень. Еще, конечно же, у нас есть тут всякие суперспособности. Ну, их мы будем использовать только в самых крайних случаях. Пока что нам они не нужны. Нам нужно пока что... Так, здесь как мы победим, ребята? Давайте думаем. Я хотел бы уже феечку, наверное, вызвать. Феечка вот за 480... будет в самый раз. Она очень быстро пройдется и со всеми тут разберется. Так, но для этого нам нужно первоначальный этап пережить. Так, давай, давай. Так, ладно, обстрел. Опа, есть. Так, и вперед, вперед, вперед. Так, 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 так. Погнали, погнали. Так, еды на максимум. Ну, почти, почти, сейчас. Сейчас мы... Все, ребята, с вами сделаем тут вот так вот, оп. И уже будем вызывать супер крутых. То мы побеждали, ребята, количеством, а сейчас победим, так сказать, качеством. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо.
И вызываем феечку, но ей нужен хоть кто-то на защиту. А или ей никто не нужен. Опа. Бумс. 234 урона. Ой, по области еще бьет. Но это... Это очень много, ребят. Это очень-очень много. Так. Бум. Смотрите, как она уничтожает всех. Бум. Ну, в соло она, конечно, не сможет, наверное. У нее слишком мало здоровья. Но это уж... Да, но мы подмогу рыцаря вышли. Вот, рыцарь сам тоже не промах. Вот, он очень быстрый. Он быстро сейчас тут доскачет. И будет всех тут побеждать. Так, 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 так. Отличненько. Хорошо, ребята. Вот у нас так все и получается. Хорошо. Так. Так, 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 так. Отлично, отлично. Да, ну мы очень быстро справимся, наверное, быстрее, чем даже бы мы справились с, не знаю, десятком, или как там у нас штук 20 уже лучников было. Да, ребята, вот это я понимаю. Ну, кстати, как, пока никаких проблем с прохождением нету. Есть только проблемы с прохождением вот бесконечного мода. Там у нас, я не помню, 6-я, 7-я волна максимальная. Вот. Вот там у нас, конечно, есть затруднения. А вот кампанию мы проходим пока что очень даже легко и не напряжно, ребята. Вот таким вот образом мы, смотрите, здесь все прошли. И победа! Так, простая инструкция по специальному обучению. Так, альманах мы какой-то выбили. И проверим, ребята. О, но это в следующей серии, ребята, вы уже увидите нового персонажа, ребята. Нового персонажа, который... Ух, ну я думаю, он будет... А, это называется, смотрите, паладин он называется. Не знаю, что там будет. У нас фея, паладин, у нас есть кавалерист, ну, рыцарь, я его называю, лучник, копьеносец, щитоносец и меченосец. Вот. А, ну что же, посмотрим, ребята, что это будет. Так, а, кстати, нашего самого простого за 38 тысяч можно проапгрейдить, но как-то нет, пока, наверное, не будем этого делать. Замок, ну, тоже пока, в общем-то, все отлично, мы справляемся. Так что, ребята, в общем, все пока что хорошо. А если вам понравилось это видео, вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами, как всегда, был Флавиус, Адиос, Амигос.